итоге бендру тренировочную не турели. У нас была всего одна совместная тренировка по приезду калининградцев филипчан в Шауляй. Мы посмотрели, кто на что способен, на что нам рассчитывают, и распределили нагрузку. В Вильнюсе сыграли 3 тайма по 20 минут со сборной городов Литвы. Дали проявить себя всем. А на матч со сборной Поморского воеводства Польши прибыли уже с четкой основой и запланированными заменами. Ребят не плавали, одинаковые разминки были, они уже были готовы в короткое время предыгровое выйти и сделать определенную работу, которую мы с ними на тренировках попробовали. Все-таки международные встречи, они дают огромный опыт, и немножко психологический барьер у игроков ломается. Я играл в регби во Франции и никогда не слышал о таких проектах. В Калининграде познакомился с Андреем Осиповым. Идея мне понравилась, и я поддержал ребят. Знаете, когда-то я жил в приграничье, Франция, Люксембург, Бельгия, и там даже не задумывался о таком. Балтийский шторм уникален. Было видно, что Балтийский шторм сыгран, что ребята уже играли где-то вместе и старались взаимодействовать на поле. Особенно понравилась их слаженная схватка и рак. Регби в Польше еще не настолько модно, чтобы быть равнодушным к таким проектам. Мы должны играть друг с другом еще и ради популяризации любимой игры. Эмоции от команды только положительные. Я уже играл за «Шторм», это второй год проекта для меня. Затея интересная. Мы чувствуем, что дополняем друг друга. Играть вместе интересно. Это невероятный опыт и впечатление на всю жизнь. Большая ответственность, во-первых, потому что надо поддерживать, как сказать, даже рейтинг Балтийского шторма, так как команды всегда были сильные. Спорт российской, полуроссийской команды, полулитовской, разные стили игры. Литовцы играют более легкое регби на руках, больше тактики, а мы как-то больше силовые такие. И то есть, совмещая это, получается прям сбалансированная хорошая команда. И готова побеждать все и все. Случайно или нет, но одинаковый счет в двух матчах мы победили со счетом 48-7. И вот эти мальчишки, которые только что отыграли свой матч, смотрят на регби очень хорошего уровня, на финальный матч. Они присутствуют при полных трибунах и, может быть, мысленно как-то себя представляют на поле. Может быть, они сейчас определяются как-то, кем они все-таки хотят стать. Говорил наш один парень, что россияне силовое регби играют, а мы, литовцы, латыши, такую
техническую игру. И вот этот монолит дает результаты очень хорошие. В этапе подготовки такой соперник, как Балтийский шторм, это супер. Это супер. Это то, что нужно. Я сейчас посмотрел, я знаю, над чем я работать дальше полгода.